Приветствую, дорогие телезрители. Еще раз прошу прощения за голос. Он мне немножко подхрипывает. Все-таки я еще не до конца вылечился. Сегодня мы посмотрим с вами на строительство платформы Петровско-Разумовская на МЦД-1. Вот она располагается здесь, вот уже даже на спутниковых картах. Вот что-то здесь, но видно. И да, вот в этом месте она располагается, на улице Комдива Орлова. И, собственно, здесь мы посмотрим на Дмитровский путепровод, как начинает, точнее, сооружается временный путепровод для того, чтобы сместить движение и заняться реконструкцией, перестройкой путепровода на Дмитровском шоссе. Собственно, вот здесь вот он, да, располагается. Он нужен для строительства новых путей и для прохождения Северной Ракады дальше и так далее. И мы с вами начинаем. Вот как раз-таки у нас вид на север. Перед нами левее уходит Дмитровское шоссе. Направо у нас по МЦД-1 движется Д4М. Уж номер я вам не подскажу. Справа виднеется как раз платформа. Идет улица Комдива Орлова. Прямо по центру кадра у нас сейчас два выхода со станции метро Петровско-Разумовская. Как Люблинско-Дмитровской линии, так и Серпуховско-Тимирязевской. Вестибюль, кстати, перестраивали. Раньше у него была только половинка. Его потом пришлось объединить. Собственно, вот платформа строится в кривой. Сразу могу посочувствовать помощникам машинистов, потому что все еще как-то почему-то не вводят такие распоряжения, что можно использовать камеры или какие-то другие технические средства, чтобы мониторить хвост поездом. И помощнику машинисту нужно увидеть хвост состава, после этого машинист закрывает двери, и только после этого, контроля помощником уже поезд отправляется. Очень неудобно, но здесь больше платформ никак не построишь, а удобная пересадка, она как бы нужна. Окинем взгляд район. Скорее всего, все эти пятиэтажки в ближайшем будущем, но во всяком случае панельные, попадут под реновацию. Уж не знаю, выгодно она, невыгодно кому-то будет, но тем не менее. Вдалеке мы видим разворотную стакан на северо-восточной хорде и поля, относящиеся к Тимирязевской академии народного хозяйства. Здесь у нас внизу под нами до сих пор еще, по-моему, всякие помещения, бытовки, относящиеся к Мосметрострою, еще со времен строительства станции метро Петровско-Разумовская и второй станции метро Петровско-Разумовская, но все еще никак не освободят территорию. И вот мы с вами поближе сейчас посмотрим на строительство платформы. Вот укладывают железобетонные плиты, то есть опоры все установлены, я так полагаю, ригели тоже установлены, сейчас укладывается непосредственно ЖБ-плита. Вот как раз-таки автокран с рабочими этим, собственно, и занимается. А чуть дальше у нас будет конкорс. То есть видно, что торчат оголовки свай. Здесь будет конкорс, пересадка, можно сказать, почти сухие ноги к станции метро. Да, здесь будет организован, конечно, эскалатор. Это вот уже видно, что вот основание прям, то есть где оголовки свай, это просто будет подход к вестибюлю, ну, не к вестибюлю, а конкурсу. А конкурс, он будет, естественно, конечно, верхом идти, никак не низом. Печаль, конечно, но по-другому здесь, к сожалению, никак не сделать. Я думаю, что в любом случае это будет удобней, и, опять же, эта остановка будет актуальной. Хоть и получается небольшой дубль Серпуховской-Тимирязевской линии. Вот эти два путепровода железнодорожных, которые левее, без пути, они построены даны давно, еще в рамках расширения Октябрьской железной дороги до четырех путей. То есть они очень давно ждут, когда перейдут сюда движение. А скорее всего, те путепроводы, которые сейчас используются, я думаю, что они будут демонтированы, потому что где у нас располагаются эти прекрасные гаражи, вроде как была информация, что уже повесили уведомление, что будут их в итоге сносить, потому что вот именно здесь будет проходить северо-восточная хорда, но не север, она уже относится к Северной Ракаде. Вот она дальше-то вдоль железной дороги пойдет. Кстати, очень многие, наверное, жители тех домов, которые вот справа там, да, вдоль, наверное, не в курсе, что их такая дорога пройдет, а она пройдет. В принципе, можно уже жалобы начать писать. Я думаю, что, может быть, кто-то вас услышит, но думаю, что нет. У нас вот одиночка такой ЭП-2К летит, скорее всего, за поездом, который находится на отстое на площадке станции
ховер, специально там площадка есть, где хранятся поезда дальнего следования. Собственно, наверное, он за ним едет. Ну, я только предполагаю. И мы с вами переключаем внимание на Дмитровское шоссе, первый Дмитровский путепровод. Он действительно, если кто здесь бывал или видел, у него опора в очень плохом состоянии. Несколько лет назад, я не могу сказать точную пока дату, я не помню, но сколько-то лет назад эти опоры как бы заключили в такую металлическую основу и скрепили. Но это опять же временная мера. Понятное дело, что путепровод нужно строить новый. И вот мы видим, что даже до сих пор завозят металлоконструкции характерного красного цвета. А вообще, по проекту, вроде как, должен здесь собраться временный путепровод, ну, временные опоры. Потом на них должны собрать, будут часть путепровода, он станет как бы временным. Потом разберут правую часть, которая в область. А, собственно, по новой части будут ездить из области, а по той, которая сейчас едет из области, будут ездить из центра. Разберут, построят заново там все вместе с опорами. Потом переведут... потом разберут левую часть, которая ближе к нам. После чего ее разберут, сделают опоры. А тот путепровод, который сейчас установят временно, его как бы сдвинут на те опоры. Если я правильно проект прочитал, я, конечно, строитель, но я проектировал, дома, магазины и высотки там не выше 14 этажей. Может быть, я все правильно понял, а может быть, неправильно понял. И, кстати, если вы помните, мы уже здесь с вами бывали примерно где-то год назад. То есть, вроде какая-то движуха началась, и потом резко закончилась. Вот непонятно, перепроектировали что. То есть, может быть, здесь все-таки действительно будет именно временный путепровод, и они все движение сюда переведут и будут полностью путепровод менять. Либо все-таки как-то он будет именно временный, то есть, и разберут потом одну часть, потом вторую часть сделают, и временный потом полностью демонтируют. Пока я сказать не могу. Если у вас есть информация, я всегда рад. Вы можете написать комментарий, если я посчитаю и проверю информацию, действительно она такова, но проверю, где народ строит, либо может кто-то строитель напишет. Как обычно, я его закреплю, прошу прощения, я его закреплю как заглавный комментарий, чтобы мы все понимали, что это, да, действительно будет именно так. Количество полос здесь, скорее всего, не увеличится. Здесь также будет 3 плюс 3 и плюс полоса А. И плюс пешеходная часть. Также мы видим с вами остановочный пункт Петровско-Разумовская на Октябрьской железнодороге. Он тоже впоследствии будет перемещен ближе к станции метро и к МЦД-1. Собственно, как раз таки там старый путепровод, я так понимаю, МЦД-1 не позволяет что-то сделать. А платформа, если сместить туда, то здесь как раз таки мешается... часть путепровода нынешнего. Потому что обратите внимание, пути обходят с двух сторон опоры. А по-хорошему путь здесь можно как бы, ну, либо спрямить, либо, ну, вот не должно быть такой кривой. По идее. Может быть, конечно, я не прав. Но сейчас пока опора стоит в межпути, и мне кажется, что она, наверное, все-таки будет мешаться. Хотя, может быть, опять же, я не прав. Посмотрим, как это будет. Плюс еще выемку, конечно, надо увеличить. Потому что представьте, да, где сейчас идет Аэроэкспресс, вот все платформы должны сдвинуть туда. Они же должны какое-то место... какое-то место занимать. И давайте, знаете, как на... ради, как бы, да, так, на будущее мы с вами сейчас пролетим в створе новой автомобильной дороги. Она пойдет вдоль линии Октябрьской железной дороги. Верхом будет пересекать МЦД, наверное, верхом, конечно, может быть и низом, потому что новые путепроводы уже учитывают в себе, что здесь может дорога пройти, видите, там путепровод, он гораздо больше. Также путепровод Комдива Орлова, он тоже подразумевает, что под ним можно гораздо больше пропустить, чем есть, хотя надо учитывать, что здесь еще 5-6 путь будет с левой стороны. И дальше дорога пойдет, автомобильная дорога, говорю, прям вот как гаражи расположены, вот она прям вот так и пойдет. Поэтому дома, которые расположены по улице Милошенкова, я сейчас номера домов не вспомню, я говорю, если жители там недовольны, они могут, в принципе, уже либо начинать съезжать, менять, либо писать жалобы, но дорога здесь будет построена, уже даже есть компьютерный 3D-рендеринг, как бы, да, то есть здесь точно, где идут гаражи, здесь точно пойдет автомобильная дорога. И пойдет она так прям до самого третьего кольца. Но сначала, конечно, должна еще повернуть на улицу Коняенко-Королева, дабы пошла северная
Ракада, но тем не менее. Здесь вот сейчас идет перекладка газопровода, как раз таки в рамках того, чтобы подготовить территорию для строительства дороги. Но жители, я не знаю, либо не придают значения, пока никаких красных флагов не вижу. Наверное, еще пока не в курсе. Может быть, чуть-чуть попозже. Но дорога здесь точно пойдет, это прям стопроцентная информация. Уже все одобрили, уже в адресную инвестиционную программу уже включили. До, по-моему, 26-го года. Так что стройка точно начнется. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Вдалеке у нас виднеется прекрасный монорельс, который все никак не могут разобрать. А может быть, и не разберут совсем. И, кстати, еще могу один момент сказать. Вот слева у нас район Марфина. Видите, такая вот дорога прекрасная. И местные жители уже привыкли ставить машинки так вот под 45 градусов. А по факту это тоже должна дорога идти до Комдива Орлова полноценно. Сейчас там мешается несколько, ну, парочка домов, чтобы дорогу до конца проложить. Сейчас дорога является почти тупиковой. Но это тоже ненадолго. Вот здесь вот слева, видите, вот пятиэтажка такая прекрасная. Вот одна и вторая. Они мешают тому, чтобы соединить на дорогу, да, вот она вот вдоль вот этой высотной кирпичной, высотки кирпичной должна пройти, соединиться вот перекресток с Академика Карамаврова и дальше вот пойти в сторону Комдива Орлова. И это когда-нибудь построят, я вас уверяю, это точно будет. Если кто-то думает, что здесь не будет соединения, оно тоже там будет. Вот на встречу летит Ласточка Экспресс, уж какая номер, я вам не скажу. На этом я с вами прощаюсь, пойду дальше выздоравливать, лечиться. Надеюсь, голос вас не очень сильно смутил. Следующее видео у нас уже будет по Юго-Восточной Хорде от Андроновки до Нижегородска, которого так просили. И очень скоро СВХ в Некрасовке и очень скоро М12 нулевой этап. Всего доброго, мои дорогие телезрители, и пока-пока.